каждой сказке есть главные герои. Знакомьтесь, принц Радость, Свита и принцесса, она же Солнце. Живут они за 39 земель под славным градом Лондоном. Может быть, за этой дверью или за этой. Они любят лыжи, поло, солнце, радость и друг друга. Над лесом, только не для меня. Ведь теперь без принцессы не прожить мне и дня. Что ж это такое, что случилось со мной? В кармане слегка моя потеряла покой. И вот однажды, утром 28 марта 2000 года 15-го, они решили больше никогда-никогда не расставаться и обменялись заветными кольцами. И поддерживали их и Псковград, и Афины-Полис. Это только присказка. А вся сказка будет впереди. Мы любим нас. И вас. Нежно.